На ремонт в Саратове закрыли улицу Соколовую. Срочные меры понадобились после прорыва тепломагистрали. Вот так выглядела центральная улица города в ночь на 9 апреля. Здесь текли потоки горячей воды, а видимость на дороге из-за пара не составляла и 5 метров. Для движения транспорта закрыт участок дороги Соколовой от танкистов до Пугачева. Перекрыли только сторону дороги по направлению к Сенному рынку. Здесь специалисты меняют поврежденный участок трубопровода. Время окончания ремонтных работ неизвестно. Специалисты лишь предупреждают, что на момент их проведения возможны перебои с теплоснабжением у потребителей, запитанных от данного участка тепломагистрали.